Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Он не исключает, что прижатый к стене российский диктатор Владимир Путин рассматривает применение биологического или химического оружия. Об этом лидер США заявил, выступая перед гендиректорами американских компаний на мероприятии Business Roundtable. Байден заявил, что РФ применила гиперзвуковое оружие, ведь это единственное, что она может использовать с уверенностью. Он объяснил, что такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить, поэтому РФ ею ударила. По словам Байдена, Путин прижат к стене. Американский лидер считает, что Путин не ожидал такого единства Запада, и чем плотнее его прижимают к стене, тем более жестокую тактику он может применить. В частности, Байден предупредил о возможной операции под чужим флагом. Он напомнил, что РФ ложно обвиняет США и Украину в наличии химического или биологического оружия. По его словам, это указывает на то, что Путин сам рассматривает возможность применения такого оружия. Как только он, Путин, говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, это значит, что он сам готовится это сделать. Это не шутки, сказал Байден. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!